have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Сегодня у нас очень необычная... О, уже сдуло. Очень необычная игра. Здесь мы будем испытывать, собственно, что произойдет с нами, если, например, взорваться на динамите. А потом куда-то упасть. Взорваться на динамите еще раз, провалиться в пещеру... О, всего лишь два перелома рук и ноги. Нормально. Да. Здесь есть разные варианты, как себя убить. И какие при этом... Это рэгдолл, да. Здесь, например, вот это было сейчас очень крутые повреждения и грудной клетки, и ноги, и головы, и всего подряд. Так, что еще можно сделать? Прыгнуть на вентилятор. На удивление, мало я ударился. Хотя не, голове капут, нормально. Вот, я ожидал, что я пролечу сейчас как-то через все эти балки, через все, что только можно. Мне кажется... Эти звуки, они просто... Ну все, конец головы. Ага. Я тут вижу что-то... Тут можно, кстати, изменить остров, я только сейчас это заметил. А если упасть на несколько динамитов сразу? Нельзя на несколько динамитов сразу упасть. Вообще мне ничего не сделал этот один динамит. Ладно. Что вот эта штука будет давать? Сейчас посмотрим. Ай! Мне больно. Этот молоток меня просто бьет на раз-два. Ха-ха-ха! Меня аккуратненько приземлили. Неплохо. Так. Я могу... А что если сделать вот так? Я скоро смогу купить следующий остров, прикинь. Второй уровень. Сломанная нога и ушиб головы. Неплохо. А стой, а как покупать следующий остров? В общем-то, когда ты умираешь, там будет это... кнопочка Change Island. Change Island, да-да-да, я на нее ни разу не нажимал. Уи. Вот это, кстати, сейчас было неплохо. Меня так аккуратненько скатило по склону вообще. Почему на лаву нету ожогов каких-то? Что? Куда голова, я руки, попал? Как обычно. Так, если Change Island, то... А, 1500, фига себе. Да. Давайте накопим. Ага, покупаешься при предыдущей, я понял. Играем на этом. Нам еще нужно где-то 400 монет. Для того, чтобы... Так, пойдемте туда глянем. Куда я улетел? О, ну-ка, давай. Прямо на AT&T. О, блин. На AT&T. Ага, а что тут за дырка такая? Куда я пропал? Не знаю. Дорогие, так, тут есть динамит. Ну, много динамита, много. А просто под молоток выкинуло. Кодики. 68, всего лишь сломанная рука, серьезно. У, я еще и на динамит упал. Еще и в дырку, где еще динамит, я еще прям взорвусь. У, 145 баксов. Можно два раза было под молоток попасть. Сейчас посмотрим, сколько нам это даст. При я падении, главное, попал... ничего не сломано. О! Я два неплохо. Раза попал на молоток и еще и в пещеру провалился, и я могу купить новый остров. Суперски. Я это сделал. А че я так высоко? Я хочу упасть, как бы, знаешь, что сделать? Чтобы попасть на динамит и потом упасть еще на динамит. Это было бы прикольно. Эх, смотри, как я близко был с динамитом. Ты меня видел? Давай. На динамит! Да ну, блин, ты че издеваешься? А, ладно. Она издевается с тобой. Да, над тобой. Так, хорошо. Ну, блин, а тут я много костей так поломаю. О! Да, ты туда не провалишься, зато это трехочковый бросок. Хорошо, Change Island у меня накопилось, не накопилось?
Да, накопилось ровно. Я могу пойти на второй. Ты уже на втором, да? Да, я уже на втором. И я хочу накопить 9000 на еще один остров. Там 9000 надо? Да. А если просто упасть? Уже неплохо. И упасть на динамит? Да! Вниз! Ну, да! Да! Динамит! Да! Ой, блин, я думал, там вниз, еще один вниз, динамит вниз. Будет. О, еще немножко. Еще немножко, я бы опять... Там еще бомбануло. Во! Во! Йо, что ты дофига еще денег взял? Что ты дофига? Так, стой, какие тут есть еще способы, кроме того, чтобы просто спрыгнуть? Знаю. А, тут только просто площадка для спрыгивания, и потом то, что тебя перемелят внизу, и будет твоим этим. Да. О, у меня второй лэп. Блин, это офигительный рандомайзер. У меня появился бейка. Это офигительный рандомайзер, то есть каждый раз ты можешь что-то... 9000, говоришь, надо, да? Да, 9000. Я прыгнул и приземлился на ноги, да. Ты издеваешься нафиг. У меня есть идейка, я мог бы попробовать залезть на самую высокую гору и попробовать спрыгнуть оттуда. Упасть с такой горы, заработать 20 баксов, это вообще как? Я не знаю. Так, на кучу динамита! Я поднимаюсь на гору. Неплохо. Вот это было сейчас неплохо. Ну-ка, я давай. Я скоро поднимусь на гору. Давай, я сделаю это. Может. Так. Я почти это сделал. У меня тут... Да! Ну-ка. Да! Все сломал! Все, что только можно было, блин. Даже хрящи в ушах сломал. Я скоро поднимусь на самую высокую гору, понимаешь, у меня читы. Я поднимусь на самую высокую гору, не покупая ее. Каким образом? Я, понимаешь, с самого начала, с самой высокой горы, все время забирался на гору повыше. 154. Главное, руки, ноги сломал, сам целый остался. Ну и как это? Ну да. Ну нормально, вот так вот. Ну так... Пяточкой коснись хотя бы, ну чё ты как это? Так, ладно, раз рандомайзер... Знаешь, я сейчас гораздо выше, чем та гора, гораздо выше. Гораздо выше, чем гора. Да. Ух, давай, я ещё и заберусь прям на максималку. А, так, чё у нас по деньгам? У нас по деньгам 1100, блин, ну 9000 до следующего я острова. Я залез на самую высокую гору, и сейчас, если я спрыгну... Я видел даже, как ты летишь! Стой, как я ты... Я так дофига еще сломал. Ну, понимаешь, я все время забирался. Все сломал, все, прям все сломал. Погоди, ну с этой стороны все невозможно. Время. Можешь только с той стороны забраться, да? Да, понимаешь, я все время туда брал. А забирался. Как это сделать? Легко, просто берешь и забираешься. Знаешь, это невыгодно. Хоть я и все сломал, но это невыгодно. Сколько? Я взял всего лишь 249 баксов. Даже 345. Ага, хотя забирался долго. Да. Это невыгодно. Гораздо лучше просто взять и с этой горы спрыгнуть. Гораздо больше рандом, то что ты и на динамит упадешь. Я, кажется, понял, как ты забрался. Дырку. И тут всё-то. А тут что, только три горы, да? Да, то есть... Ну, тут есть гораздо больше гор, знаешь. А другие острова? Да, другие острова есть. Кстати, мне вот это показалось интересно. Почему говорят, типа, изменить остров, но ты оказываешься на том же острове, просто чуть повыше. Ну, я сейчас попробую туда тоже забраться. Я, кажется, понял, что это реально. Вон люди оттуда уже летают. Не надо туда забираться. А мне интересно. Ну ладно, ну заберись. По краешку. Если ты так думаешь, что это интересно, хоть и это и не так, то заберись. Ух, у меня почти прям все сломалось, кроме одной ручки. На двери. Да. На! Да-да-да! Да, давай, давай, давай! И втяни! Еще немножко. Еще немножко, макарошка. Еще немножко, я бы сделала это. Я не смогу забраться на самый верх, да? Да. Не сможешь. Только до сюда. Но я же смог.
хоть это и было и долго. Нет! Давай, и можешь... О, нет. Блин, я даже до этого не долетел. Ладно, 100 баксов заработал, то хорошо. Это было неплохо. Давай, на динамит, на динамит, на динамит. Знаешь, по-моему, слишком быстро гасится инерция. Мне кажется, что здесь слишком быстро гасится инерция. Она не должна так быстро гаситься. Вот посмотри назад на этом самом высоком острове. Ты видишь там еще один остров, да? Сломай 1000 костей. Мне бэджик дали. А, ну, я уже сделал этот бэджик давно-давно. Ничего себе, что ты так далеко забрался? Что это такое? Молотком перемолол еще, потому что... Я должен найти какую-то такую вышку. Нет, ну... Да! В дырку давай, молоточек, давай! Да, молоток еще у меня отскочил! Еще опять дырку! Давай, дальше! Да! И в лаву, еще в лаву! Да! Сколько я получу денег за это? Я сейчас между динамитом проехал! Это что сейчас бы... Все сломано! Все! Прям, да! У меня прям все сломалось. 241 монетка. Погоди, я не могу понять. Я могу после того, как я уже вырубился, еще и дополнительно как-то двигаться? Нет, по-моему. Нет, только с геймпасами. Ты издеваешься? Ладно. Но когда ты летаешь, ты можешь управлять немножко своим телом. Правой кнопкой мыши. То есть... Куда ты будешь навести? Давай. Динамит! Да! Что? О, да. Один динамит взорвался. А да, сейчас было неплохо. 253! Все красное! Вот это круто! Прям все красное! Это что это было? Давай, на молоточек! Еще немножко. Так. О, у меня есть магазин. Неплохо. Обилки, стой, тут есть какие-то обилки. Что значит? А, это только за робаксы. Нет, не только за робаксы. Есть за 60 тысяч. Этот, веревочный человечек, я не знаю, что это значит. А где обилки? Вот обилки. Так, за 60 тысяч. Я думаю, что у тебя будет веревка, с помощью которой ты сможешь... Где-то... Одну ногу сломал с такой высоты, вы серьезно? Меня задел другой человек, и я полетел дальше, но это мне уже не засчитается. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да. Мне жалко. Так, у меня уже 2000 монеток. Тапк. У меня тоже 2258. О, у меня больше монеток, давай на динамит, ну там же еще... Офигеть! Ровненько мимо динамита! Я уверен, что если бы целью этой игры не было бы самоубийство, я задел бы там все динамиты, но потому что с моим везением... Так, я упаду ровно на динамиты! Я даже не долечу до низа. Знаешь что? Глянь! Идеально чистый человек! Вообще ни одной косточки не сломал! Умер просто от смеха, пока летел! Я думаю, то, что если задеть коробки с динамитом, ты будешь гораздо дольше взрываться и сильнее. Ай, блин, меня молотком не задело. Я так пролетел идеально, ни одной балки не задел. Все кости целые, короче, руки, голову, все внутренности нормально. Хотя неплохо так долбанулся. Все нормально, кроме мозгов. Да, их и не было. Ну, раз ты туда прыгнул. Да блин, чувак, он мне настолько сильно помешал, я так высоко... Вот это вот хруст, который вы сейчас слышали при падении, это была не сломленная кость, это было вставленное обратно нос, короче, такой, знаешь, хрустнул, вставил обратно. О, спасибо, это падение мне помогло. Давай. Да, прямо на куче динамита. Какого фига бы только один динамит взорвался? Я уверен, что я дофигища костей сломаю. Да ну блин, там такие... перспективы были.
Ух, все красное, все красное, прям все красное. Ты что, пожарник? Нет. Так. Динамит, давай! Ты посмотри на это! Ровную прям, да. Я его как подушку использовал. Просто лег на него и такой, а, как тут хорошо, давай-ка я посплю. Щит, меня бы вентилятор сдул бы в дырку. Да, я тоже до вентилятора немножко не долетел. Чисто ноги сломал и все. Короче, ребят, сегодня мы вам показываем, как не надо отдыхать летом. Да. Вот, если с вами что-то из этого случилось летом, ваш отдых не удался. Да. Так, 2700. Я все-таки хотел бы накопить на третий. О, стра в... Да. Я тоже хотел бы... Да, в дырку, все палки ну, задел, почти. И молоточек, и молоточек. Блин, а что дает уровень? Не знаю, деньги. По-моему, вряд ли. Вот это я скорость, короче, сейчас бешеную развил. Ну-ка, сейчас посмотрим, что я сломал. Нормально сломал. Нормально. Короче, да, вот у меня сейчас 3000. На самом деле, 9000 накопить не такая уж и проблема, учитывая, как тут все ломается хорошо. А скотиками? Най. Най, давай, чуть-чуть да не долетел. Молоточек, да, молоточек. Давай, динамит. 150, динамит. Вот это сейчас хорошо. Надо с прыжка прыгать. Не просто прыгать, это, а вот, опа, ох, он тогда прям хорошо прикладывается. Ну-ка, ну-ка. Я полетел в точно такой же траектории, как и ты. Привет! Ой, я дальше полетел, чем ты. Ты немножко подвинулся, и ты меня задел, и блин. Какого фига я цел остался полностью прям? Так я и говорю, это вообще какой-то беспредел. Я хочу четвертый уровень, хочу посмотреть, что дает уровень. Давай, я в дыру. Да, разгон! Такой разгон, что аж я через яму перелетел. Давай во вторую яму! Нет, 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 не хотите. Да, все, сломано, 200 баксов. Красиво. А че это тогда было, когда я почти ничего не сломал, мне дали 304 бакса, а когда ты себе сломал, тебе так мало дали. Там еще, смотри, дают, смотри за какие вещи, дают за сломанные кости, за высоту падения и за общую дистанцию, которую ты проехался. Я скоро накоплю 4000. Круто, я тоже. Давай, давай, на вентилятор попади! А, вот, кстати, дали уровень, но я не заметил, чтобы дали денег за уровень. Хотя, может быть, я... хорошо упал прям. 180. О, 108. Ох, ты ж, ё-моё! Ну-ка, ну-ка. Минуточку, 160 сломанных костей. Учитывая, что в нашем организме, по-моему, 202 или 203 кости, 160 сломанных костей, это прям... Дофига. Да, это прям дофига. Я 4 раза подорвался на одном и том же динамите. Так. Ну, давай, и ты не пойдешь в яму! Давай. Хотя тоже 170, это нормальные деньги. Так, у меня 4156. Я так сильно отлетел. В динамит! Да! Там были 4000. Блин, ну каких-то 69 сломанных костей. Это все зашивается. Один доктор тебя вылечит буквально за 5 минут. Одно зелье выпиваешь. Хилки. Оу. Лайла. Я такую огромнейшую скорость. Я же приземлился ровно на динамит. Какого? Смотри, 95 сломанных костей. По-моему, все 95 в голове, я не знаю. В голове есть кости? Ну, типа, да, там еще есть рот, ты им ешь. Ну да. Динамит! Давай, динамит! Мало. Я думал, меня фигачнет подальше. Я хочу обнять динамит. Я хочу обнять кактус. Кактус. Нужно на каждый кактус в мире повесить табличку «Бесплатно обнимаешь». Да. Кактусы очень любят обниматься, просто их никто не понимает. Да. Давай на вентилятор, давай, я прилетел, прилетел. Так, еще и на динамит. Еще разочек на динамит? Давай, не, давай. Не хватит инерции. Чувак. Неплохо, блин. Кстати, было.
Чуть-чуть, и чувак бы меня подтолкнул ровно на динамит. Лайла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот эта сторона здрасте. Вообще не... О, привет! Вот эта сторона вообще не профитная, короче, сюда прыгать. Там, конечно, есть боксерские перчатки. А что, если попробовать самого края прыгнуть вот так вот как-то? Так я так и делаю. Давай, давай! Да, да, на динамит, на динамит, на динамит! И в дырку, давай, давай, в дырку. 166, неплохо, неплохо. 169. Так, подходим к 5000. Ну, у меня только не 5000. 474. Ну да, 47. Ну, это было неплохо. 47. 5000 ровно и 4 доллара. 5000, 4 бакса. Не ровно. Да. Я тебе дам на конфетки 4 бакса и будет ровно, все нормально. Да блин, чертов труп, ты меня затормозил, зараза. Я бы... Давай, давай. Я почти. Я пролазил дырочку. Да! Да! Прям. Блин, жалко, под молоток не попал. А балку! О, тоже динамит. Неплохо. Блин. 200! Па-ба! Да ты прям себе полностью голову сломал. Голову, да. Хотя сам остался. Давай, цел. Давай, я потруплю тебя, чувак. Вот тут есть место. Вот так вот падаешь, вот так. Вот так могу. Да. Вот как, так. Как я со всей силы на вентилятор. И ровно на ножку, и ничего не сломал, и не упал, и что это, какой фильм? 129, тоже неплохо. Ладно, ребят, в общем, вот такой вот у нас сегодня получилась инструкция, как не проводить лето. Я надеюсь, вы нас послушаете, вот, и никогда не будете таким заниматься. Вот, а пока что мы, наверное, на сегодня заканчиваем. Спасибо, что были с нами. Это чертовски весело. Мы вам очень рекомендуем этот режим, здесь очень прикольно, очень классно. Это глупо, но весело, как раз тот самый случай, когда глупо, но весело. Да. Поэтому, я думаю, мы сами сюда еще не раз вернемся. А на этом сегодня все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. И всем покеда.